В Краснодарском крае открыто уже 8 ледовых переправ. На этой неделе также запустят еще 2. Как сообщают сотрудники МЧС, несмотря на потепление, реки продолжают замерзать, и все переправы открываются в соответствии с графиком. Всего их в нашем регионе будет 134 переправы. А также спасатели предупреждают рыбаков, выходить на лед опасно. Во многих излюбленных для ловли рыбы местах лед всего 5-7 сантиметров. А этого недостаточно, чтобы выдержать вес взрослого человека. Поэтому любители порыбачить просят быть внимательными и соблюдать простые правила безопасности. При выходе на лед, я думаю, что большинство рыбаков, которые увлекаются этим, которое это является хобби для людей, они знают основные правила безопасности. Не выходить на лед именно в тех местах, где есть сопряжение, например, со скалами. То есть скальная породистая, то есть как бы возле скал, естественно, хорошо лед не промерзает. Возле различных деревьев, камышей. Там, где осуществляется, если конкретно по городу Красноярску, там, где осуществляется спуск теплых вод, есть у нас и такие места. Плюс в любом случае обращать внимание на полыньи, которые возникают так или иначе. И, безусловно, ни в коем разе там не проверять толщину льда топанием или там, ногами о том, что проверить, толстый или не толстый, выдержит или не выдержит.